Сәлемесіз, қадырлы достлар, геном үлкесіне бейтарап болмаған қадырлы тамашашыларымыз. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы начинаем торжественный концерт, посвященный столетию татар-кино. На сцену приглашается министр культуры Республики Татарстан Ирада Хадизяновна Аюпова. И председатель совета директоров киностудии «Союз мультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Юрьевна Слащева. Добрый день, дорогие наши гости. Я от всей души хочу поприветствовать вас сегодня здесь, на замечательном мероприятии, посвященному столетию татар-кино, одной из старейших киноорганизаций нашей страны. И, что самое важное, это организация, которая сохраняет в своей деятельности сразу практически все направления, начиная с кинопроизводства и заканчивая кинопрокатом. Жизнь меняется, меняются люди, но очень многие исторические события, не только исторические события, мы, как правило, воспринимаем сквозь призму достаточно молодого, но очень популярного у людей вида искусства, киноискусства. Мы сегодня живем в постоянной конкуренции. Конкуренция с развивающимися медиа-искусствами. Интернет все больше захватывает внимание молодых людей. Очень многие живут не только до масштаба всей страны, но и выходят за ее пределы. Я хотела бы поздравить с этой знаменательной датой, сказать, что 100 лет – это на самом деле очень мало. Впереди еще целая жизнь. И поблагодарить всех тех наших гостей, руководителей кинопроизводств. У нас 5 стран СНГ сегодня представлены. Руководители кинопроизводств соседних стран. Юлиана Юрьевна, вам огромная слова благодарности за то, что вы нашли время поприветствовать наших коллег с этим замечательным юбилеем. И пожелать нам всем самого главного – творческих успехов. У нас есть что сказать, есть что рассказать. Мы всегда будем рады развивать формы этого диалога со зрителем. Рахмат Досым. Радостно находиться сегодня в Казани, на прекрасной татарской земле. Как руководитель двух старейших российских киностудий «Союз мультфильма», которому в этом году 88 лет, и киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, которой почти 110 лет. То есть мы татар-кино ровно где-то между нашими двумя киностудиями. Я хочу сказать, что самое главное – это то, что через 100 лет татар-кино продолжает существовать. Знаю, как сложно существовать государственным киностудиям. Знаю, как сложно им было пережить рыночную экономику и переход на новые экономические рельсы. Последние 20-30 лет для большинства государственных студий были очень кризисными годами. И это здорово, что есть энтузиасты, которые продолжают заниматься и развивать кинематограф, государственный кинематограф, поддерживать студии. Поэтому 100 лет — это вроде как немного, но то, что мы смогли сохранить, то, что татар-кино продолжает снимать, продолжает показывать миру свое кино, это невероятно здорово. И я хочу, конечно, сегодня выразить вам слова восхищения и того, что это важно, это нужно. И дай Бог, чтобы еще 100 лет, и не только выход из кризиса, а еще много успешных, очень успешных и известных проектов. Переходим к заслуженным наградам. Благодарностью Республики Татарстан поощряется коллектив государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан «Татар-кино». На сцене генеральный директор «Татар-кино» Айтуланова Яуша Ягибова. По образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Ринатович Зарипов.
Дорогие друзья, я вас поздравляю с замечательным юбилеем. И пожелать вам хочу прекрасных проектов, чтобы ваши проекты всегда пользовались огромным успехом, чтобы ильхам, вдохновение всегда было сопутствовало вашим проектам. Пусть все, что вы задумали, всегда реализуется, успешные дела и проекты. А сейчас позвольте мне выполнить поручение председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Харитоновича Мухаммедовича и вручить награды Государственному Совету. Благодарим вас за теплые пожелания, уважаемый Фарид Харитонович. Итак, переходим к заслуженным наградам. Благодарственным письмом председателя Государственного Совета Республики Татарстан поощряется заместитель директора, руководитель кинотеатра «Мир» Ахмаев Эдуард Хайдарович. Нәтижесінде біз мен әшушінде бүгін матур салтай отырамыз. Оларға Мирошеля Бегумнаға түгіл, коллективға да, қызметтәшілерге, ветеранларға бек зор рахмет сөзлерімді жеткерем, шексіз рахмет сөзлерімді жеткерем. Ола табада илхам, ижады болышлар, соғылық сәлеметлік, хам көтәрінге кәйефтілер қалам. У меня сегодня приятная миссия. Разрешите зачитать благодарность от имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан Байгерина Атамфазлиева. Не вижу, извините. Искусство Республики Татарстан. Благодарностью заместителя премьер-министра Республики Татарстан Байгерина Атамфазлиева награждается директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан Татаркино Айтуганова Милёша Лябиковна. Шабанов камы, вакыт давай.
бөлігі деген емеш. Ойна болады, жасы олай кән, филармонида 100 жыл дей. Әкәмә, бүтін жанаға жиыла, мені бі чақырмадылар. Менім, менім билетім бар, мен барам. Сен бақытты, енді бақытты. Аллаға шүкір, кина қараймыз. Нәрсе, нәрсе деп жазған нағанда, кина дегендер ме? Сансызымен, қойшан кинада жүнгілі әйбір көрсеткендерін көргеніңіз бар. Кеше құтыртып, яшлар бұзып жаталар, ұятсызлар, күнақ шымылықлары. Жыртып таштаңыз, әзір, нәрсе қорап тұрасын, полицейский! Қараңыз нәрсе әлігендер, полиция! Я русский, я иду до конца. Биби, тоқтады. Нәрсе бар? Қарай, биби. Қарай беш. Мұна нәрсе? Білмейм, ненде нәрсе? Сот, жа! Сейлә бітіргенді күт? Е, күті. Мұна нәрсе? Білмейм. Тұңла аптардың мен сен ла? Тұңлай беш. Тұңласам шоу. Біз қазір кинаға барамыз. Кімні қинарға? Сені қинарға. Мені нәрсеге? Кәп істеге, мен сені қинарға дедім міне. Кинаға алмайсың ма, кинаға? Ей, ой! Дикаприо унимасы? Аңыз сені керек көл. Ол тотар кинасы. Онда тотарларды да құйны. Дикаприо тотар түгіл, орыс ол. Аңладың ма? Аңладым. Ярар. Әй, тұқтарым. Сен әлі татар киносына қаршы ма? Ешкеп қаршы болым? Елі-елі. Татар киносын яратам деп әйт. Мен татар киносын яратам. Дикаприо ойнасам. Іштің ішек шумары. Татар киносы Дикаприосыз нешіктә 100 жыл яшәгән бит. Татар киносына 100 жыл. Без юбилейна барабыз. Дикаприо килми ул татар түгел. Бар, юлында бул. Мы им.
на сцене народный артист России и Татарстана, легенда татарского театра и кино Равиль Шарафиев. Әрләтлі достар, мұна бармен деген емді, келдім әлі. Татар киносына 100 жыл, айшты менің білім бір кәштенге. Айырмашында біздің татар киносы әлі ет еш күсе, әмін өзіңіз көресіз. Я Oruçlar da var dedi ya. Oruçta söyleyeyim hele. Ne ünlü kino? No, не думаю, что кино меня любит. Кино любит красиво, как Олег Бертон, Жан Маре. И чтобы они еще показались лучше и красивее, там Фернан Дерри пускает. Вот в этом смысле меня можно тоже использовать. Так что это большое время, но малое для кино. Я думаю, кино сейчас растет, она будет расти. Я желаю, поздравляю сначала всех кинематографистов с праздником. Желаю успехов, удач и хорошего настроения. Спасибо. Сто лет. Хочется повторять и повторять эту цифру. Да, действительно, красивая, круглая дата. Ровно 100 лет назад было образовано Татар-кино. Это одна из первых киноорганизаций в стране, одна из первых Поволжья, которая сосредоточила в своих руках кинопроизводство и кинопрокат Татарской Республики. Бір күдің қорасам, шоу вақыт ішінде бір ғасыр вақыт ұзған. Ол ғасыр өзіне жеңілеріне де, сынауларына да, өсіршілеріне де барсында сайдырған. Неге нәшіләсең де, түп нәтиже ол әлбәтті біздің фильмдарымыз. А первый художественный фильм был снят в мастерской Совкино по заказу Совета народных комиссаров ТАССР в 1927 году. По инициативе Татаркино ранее был объявлен конкурс сценария, в котором победил партработник из Агрыза Абрахман Шакиров. Его идея легла в основу сценария, написанного Натаном Зархи. Так родился первый художественный немой фильм «Булат Батыр». Да, это первый фильм на татарскую тематику с героями татарами. События картины разворачиваются на фоне Пугачевского восстания. Режиссер фильма Юрий Талич. Сызумайнан шынуда итіп өтесі келе, фильмнің режиссер-ассистенті әм консультанты Каюм Пасняков. Сонырақ, бүтін Россияда өлет кинематография институтын тамамлап, өзі де фильм түшіре башлай, әм бірінші профессионал татар кинорежиссері бұл. Thank you.
обязан. Каждый фильм имеет свое послание, свою цель — отразить социальные проблемы, поднять важные вопросы, показать разные пути решения одной задачи. Как вы уже поняли, это можно сделать и без слов. Мы продолжаем листать страницы истории. Первый документальный фильм в Казани был снят в 1930 году. «Татарстан. Страна четырех рек». Так называется документальный фильм, посвященный десятилетию Татарской Республики. Автор основного сценария Сергей Ермолинский. Фильмна Игатыр Кымтшыры. Парижсы режиссер Михаил Вернер, хам оператор Константин Венц. Икачысы Яш режиссер Александр Дубровский, хам оператор Николай Анощенко. Режиссер ассистента Паю Поздняков. Кинофильм «Ган музыкана» Курныклы татар композитора Салих Сейдешев Яза. Элеге документаль тулыметражный фильм «Аннары бітті союзлар бойынша тарала». Александра Дубровского и «Мои университеты» Марка Донского, которая стала завершающей частью кинотрилогии о юности и становлении Максима Горького. Максим Горький писал: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, а духовно – в Казани. Писатель не раз посещал наш город и был глубоко влюблен в Казань». Он за все платит сам.
за веру, за неверие, за любовь, за ум он за все платит сам. И потому он свободен. Человек, вот правда. Что такое человек? Это не ты, не я, не мир. Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомед. В одном, понимаешь? Человек – это огромное. В этом все начала и все концы. Все в человеке, все для человека. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Человек. Надо уважать человека. Не жалеет. Не унижать его своей жалостью. Уважать надо. Хорошо это. Чувствовать себя человеком. Я арестант, убийца, шулер. Ну да. Когда я иду по улице, все люди смотрят на меня, как на жулика. Остерегаются, оглядываются и кричат мне: «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? А для чего? Чтобы быть сытым? Я всегда презирал людей, которые слишком много заботятся о своей сытости. Человек ведь не об этом, не в этом дело. Человек, он выше. Он выше сытости. Союз кинохроники, предтеча Казанской студии кинохроники. Отделение должно было выпускать по одному журналу в месяц и снимать сюжеты для союзного журнала. В 60-х годах она стала одной из крупнейших студий документального кино в стране. Фильмы получили всесоюзное признание. Далее была заложена основа знаменитой Казанской операторской школы, впоследствии ставшей известной на всю страну. За все время существования Казанской студии кинохроники было выпущено почти 4500 единиц кинопродукции. Киножурналы и документальные фильмы охватывали всю историю республики, начиная с 20-х годов 20 века. Одними из лучших картин киностудии стали фильмы «Нефтяники и татари», «Это КамАЗ», «Здравствуй, Лёша», «Казанские этюды», «Лилия на фоне джаза», «Решение Алмуша», «Абдулла Алиш. Песня о жизни», «Мой друг Сергей» и другие картины. В 1974 году на Всесоюзном кинофестивале в Баку первая премия была присуждена киножурналу «На Волге широкой» Казанской студии кинохроники. Кинофильм «Эрзя» был показан на международном кинофоруме в Италии и объездил более 40 стран мира. Татар киносының өсіші, республика өсіші, елімізді болған оқиғалар білен тұғыз бейленген. Ә оқиғалар шоқты мауықтырмыш. Итак, история республики глазами кинематографистов. Я родила, в мире для нас.
Сегодня в такой знаменательный день к нам приехало много гостей. Ну, конечно, юбилей без гостей не бывает. А самые дорогие гости — это кто? Это наши любимые соседи. И одну из них мы хотим пригласить на сцену. Слово предоставляется министру искусства и культурной политики Ульяновской области Евгении Евгеньевне Сидоровой. Рада вас сегодня поздравить из Ульяновской области. Нас связывает не только одна из самых красивых рек России, Волга, и широкое водохранилище. Мы гордимся. И нас, конечно, связывает выдающийся наш земляк, который у нас родился, учился у вас, Владимир Ильич Ульянов Ленин. И, собственно, самая яркая, самая точная цитата о кино принадлежит ему. Кино – важнейшее из искусств. И так было, так есть и так будет. Уважаемая Илюша Лебибовна, можно вас сюда пригласить? Вот под ваши бурные аплодисменты, Илюша Лебибовна. Безусловно, что столетний юбилей – это знаковый этап. Это замечательный повод отметить вековой путь организации, наполненный трудом, достижениями и свершениями. За столетие своего существования организация «Татар-кино» не только укрепила свои позиции в национальном кинематографе, но и стала настоящим символом единства и любви к родному краю. Собственно, что мы сейчас и видели на экране. Ваша деятельность способствует сохранению и продвижению традиций искусства и культурного наследия Татарстана, наполняя его богатством и разнообразием. Ваш вклад в развитие диалога между культурами посредством развития Казанского международного фестиваля мусульманского кино является примером укрепления культурных связей между странами и континентами. Желаю вашей организации успехов и новых творческих проектов. Пусть ваши двери всегда будут открыты для всех, кто ищет поддержку и вдохновение. Благодарим вас за дружбу, за сотрудничество, за совместные проекты, за поддержку, за партнерство. Это для вас. Ну и, конечно, Ульяновская область имеет такой природный камень, симбирцит в нашей уникальной Кундровской зоне. Поэтому в этот день на память вам такой красивый сувенир о том, что сегодня мы имели честь поздравить вас со столетием. Счастья, благополучия, хранить все Всевышний. Ирзу Рахмет. Огромное вам спасибо, уважаемая Евгения Евгеньевна. Под бурным аплодисментом провожаем нашу уважаемую гостью. Кинематографистлар, илебездеге хэр торих и вакиаларнын узэгэнде койнавши шахитлер. В годы Великой Отечественной войны работники кино трудились наравне со всем народом, приближая своим творчеством общую победу. Фронтовые операторы оставили миру уникальные кадры военной кинохроники. Сегодня они тоже на передовой. Рискуя своей жизнью, фиксируют новейшую историю современной России.
Заслуженный работник культуры ТСР Игорь Алексеев. Татаркино и Союз кинематографистов всегда шли рука об руку. И это правильно. Ведь когда кинематографические силы объединяются, рождаются новые большие возможности. Сегодня Союз кинематографистов Татарстана является одним из самых крупных региональных отделений Союза кинематографистов России. В Союзе числится 57 членов. Руководитель – кинорежиссер Ильдар Ягафаров. В честь праздника мы получили очень много поздравлений. Сегодня к нам на праздник пожаловала уважаемая почетная гостья из города Москва. Встречайте, директор Центрального дома кинематографистов России Екатерина Дмитриевна Головня. Председателя Союза кинематографистов Республики Татарстан Ильдар Рашитович Ягафаров. Также по нашим урны аплодисмент. Милоша Леонидовна, можно мы с Ильдаром вас тоже пригласим на сцену, пожалуйста? От меня лично, от Союза кинематографистов, на меня сегодня возложена такая ответственная миссия, я должна зачитать приветственное письмо от председателя Союза кинематографистов России Никиты Сергеевича Михалкова. Ну так, поможешь? На самом деле, я хочу сказать, вот последние 4 года я работаю директором Центрального дома кинематографистов, и первые, кто откликнулись на мое желание вернуть обратно в стены Московского дома кино дни регионального кино, дни национального кино. Это, конечно, были мои коллеги Миляуша Алябибовна и Ильдар, и они всецело поддерживают все наши начинания, все премьеры ваших грандиозных новых игровых фильмов проходят на нашей сцене и всегда представляют их лучшие представители татарстанского кинематографа. Это моя личная благодарность, спасибо огромное. А сейчас ответственно. Союз кинематографистов Российской Федерации, уважаемые коллеги, поздравляю вас со столетием татарстанского кинематографа. Татар-кино по праву может гордиться своей богатой историей, творческими достижениями выдающихся режиссеров и актеров, операторов и художников, которые своим талантом и трудом задавали планку профессионального мастерства. Благодаря вашей работе кино Татарстана развивается, даря миру яркие и запоминающиеся фильмы. За свою богатую историю ваша организация прошла путь от небольшой киностудии до крупного кинообъединения, от черно-белого кино до цветного, от немого Булата Батыра до совместных международных кинопроектов. Радостно, что новое поколение татарстанских кинематографистов бережно хранит и развивает замечательные традиции своих предшественников, воплощая в жизнь новаторские идеи и замыслы. Желаю вам успехов и всего самого доброго, творческих достижений, новых вершин и процветания кинопроизводства в Республике Татарстан. Председатель Союза кинематографистов Никита Сергеевич Михалков. Пожалуйста, кто учится? Все-таки отделение Союза кинематографистов здесь у нас очень богато талантами. Спасибо вам большое. Слово представляется председателю Союза кинематографистов Республики Татарстан Ильдару Рашитовичу Ягафарову. Ну да, это очень большой праздник для нас. Вот даже мы уже, наверное, становимся взрослыми. И я хотел бы сказать, конечно, это праздник всех нас, кинематографистов. Это и Татар-кино, и Казанская студия кинохроники, и комитет кинематографии, и прокатные учреждения Татар-кино,
много очень студий частных, которые стараются делать кино. Это наша молодежь, которая сегодня делает новые фильмы. Я, конечно же, вот от лица Союза кинематографистов в первую очередь хотел сказать огромное спасибо ветеранам кино. Они сегодня здесь сидят в зале. Это Юра Гвоздь, Николай Морозов, Лена Алексеева, Ярош Альфия, извините, вот Виктор Клячкин. И я себя лично хотел сказать им огромное спасибо, что они всегда сохраняли веру в кино и передавали нам. Спасибо большое. За последние 10 лет кинематографистами Татарстана создано 32 полнометражных игровых фильма, более 200 короткометражных игровых фильмов и около 100 документальных фильмов. С каждым годом фестиваль расширяет свою географию, количество участников. Если на первом золотом Минбаре было заявлено всего 40 киноработ из 12 стран мира, то в 2023 году пришло 712 заявок из 44 стран мира. Давайте вспомним, как ежегодно проходит наш любимый фестиваль. Хочется поблагодарить телекомпанию «Новый век» и режиссеров за то, что они внесли огромный вклад в развитие татарстанского кино. Мне кажется, это заслуживает отдельных аплодисментов.
махсус телевидение үшін шырылған фильмдардың бірсі «Ялан аяқлы қызына» іске түшірек. Режиссері Нурания Джамали. Дүрт буын тәрбиелеу деген сөз. Бір ғасыр
тарихтағы шулай белгілені. Білешілі бейімні сізге, командыңызға, айрым рахматларына жеткереміз. Қалқымыз ешеген, еліміздің істелеген түбеклерінде татар кинолары күнлері, көп санлы проектлар, фестивальлер, алар барсында қалқымыздың Татарстанға, Қазанға тарту күшіне ие. Әйінде біздің Қалывара, Қазан, Мұсылман кинофестивалі ол татарының бұрындына әуірілді. Бір жүр рахмат сізге қам істелікті бүлекіне тапшырға рұқсат етіңіз. Бүгін сізге 100 топқар сәхнеге шырған бүлкілешіп. Юбилей оңайына. Жылы алқышлар, қайтыңызлар. Өткенің сізге. Шешек бейдемі күтіп қаламыз. Әрген үлешелер. Следующая фотография. Это был Олимпик на рынках Олашах Викзор. Рахмат Адисаменде. Фильмов. Наряду с уже именитыми мастерами с каждым годом появляются новые имена со свежими идеями и собственным видением того, каким должно быть хорошее кино. Составляя топ лучших фильмов, мы задались вопросом, что же связывает все эти ленты? И поняли, что все эти фильмы объединяет тот свет, который в той или иной степени заложен в каждом из них. Желание не просто развлечь, но посредством киноязыка воздействовать на зрителя глубже. И в конечном итоге сделать этот мир чуточку лучше. Шулайм Эльга Фильмнар Ваяз Исхаты, Ваяз Гылящев, Абдрахманов Саляма, Гадель Кутуй, Туфан Микнулин, Мохаммед Махдиев, Кевик Татары, классик язучыларынан эсерлеріне яма сулы шырып, дүнияға танытуы білен дән уникалі. Әлбәтті, бұл есімлікке бүгінді күнді ең актив ижат етуші авторларымыздың бірсі Мансур Гылящевні де үстәмеше болмай. Ең яқшы фильмнар есімлігінде оның авторларындағы картиналар шақты зур орын алып тұра. Иқтибар экранға. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар.
живет Татаркино сегодня? Татаркино сегодня – это фильмопроизводство, кинопрокат, организация фестивалей, форумов, творческих встреч с кинодеятелями, а также расширение культурного сотрудничества с регионами России и зарубежными странами. Похвально еще то, что с 1 января 2024 года киносеть «Татаркино» — это 180 точек кинопоказов, 14 киноучреждений, 35 цифровых кинотеатров и 27 кинопередвижек, благодаря которым фильмы на большом экране могут видеть жители самых отдаленных сел и деревень, а также наши соотечественники, проживающие вдали от исторической родины. Также хочется упомянуть про фестиваль детской анимации и кино на родном языке «Милли Мультфест». Он собирает детей, увлеченных созданием мультфильмов и короткометражных фильмов по всему Татарстану. Димек, келешекте татар киносына хизмет итешек, яңа буын, яш талантлар бүгіннен үк тәрбиелене. Приглашаем на сцену идейного вдохновителя многих кинопроектов, продюсера многих фильмов, руководителя Татаркино Айтуганову Миляушу Лябибовну. Біз бік шатпыз бүгін бұз алды, сіз жилдығыз, өзің беріміз бірге өте. Добрый день, уважаемые гости нашего праздника. Мы очень рады всех видеть в этом зале. И, конечно, в первую очередь, Ингбринчи Чарапта. Я хочу сказать, что у нас здесь в зале почти 200 ветеранов киноотрасли. Начнем с этого. Мен сіздің алдыңызда баш ием, чөнки әгер сіз болмасаңыз, бүгінгі күнде болмас еді. Чөнки неге соғысшылар ол сіз? Не было бы нас, если бы вы не сделали то, что сделали в течение этих 100 лет. Именно благодаря вам, уважаемые ветераны, сегодня мы все на этой сцене и в этом зале. Если бы не вы, то в очень трудные времена, когда практически во всем Советском Союзе и прокатная система, и кинопроизводство были на самом низшем уровне. Именно благодаря вам это все сохранилось. Реально, Татарстан один из немногих регионов, где сохранилась сеть и где сохранилось кинопроизводство. Конечно, кино – это, в принципе, искусство, которое требует огромного количества людей, труда. Даже на одном фильме это почти там, до 100 человек бывает. Это коллективный труд. И один человек ничего не может сделать в этом мире, особенно если мы говорим про кинематограф. Поэтому, если говорить в целом, я воспринимаю этот праздник как столетие всего татарстанского кинематографа. Это и ветераны нашего кинопроката. Это 40, сегодня представлен 41 район муниципальный, где до сих пор и сейчас развивается киносеть. То есть есть прокат, есть кинотеатры, есть муниципальные киноучреждения, и они очень сегодня ритмично развиваются и работают вместе с нами. Это, конечно, огромная армия сценаристов, режиссеров, операторов, звукорежиссеров, монтажеров, ассистентов, продюсеров. Это очень большая такая семья у нас. И это, конечно, актеры, без которых мы не можем представить себе кино. Я сидела вот на первом ряду, смотрю каждый ролик и вижу, что многих актеров уже нет среди нас. Вот слезы просто подступают у меня, потому что их нет, но кино — это вечное искусство. Они остались в памяти у своего народа, в памяти этого искусства и в истории нашей республики. Благодарю всех, кто приехал сегодня в гости, кто с нами вместе разделяет наши счастливые минуты. Благодарю всех, кто внес свой вклад в развитие кинематографа Татарстана, кто реально, ну, можно сказать, самопожертвованием занимается, потому что у нас не так много бывает средств, финансов на создание фильма. Но, тем не менее, каждый год мы снимаем фильмы. И, конечно, благодарю молодых режиссеров, сценаристов, молодых ребят, которые
вливается в нашу семью и достойно продолжает. Мы стараемся продолжить традиции. Мы хотим, чтобы эти традиции не ушли, чтобы они жили еще долго. Поэтому больше я вам сознавал долгозда. Еще раз говорю, что ветераны для нас – это очень ценные люди, и мы всегда вас помним. И в последнее время мы очень много работаем с разными странами, чтобы наладить контакты и сотрудничество, создавать новые фильмы в совместном производстве, в копродукции. Я хочу сейчас под ваши аплодисменты пригласить наших гостей из стран СНГ. Фирдаус Фердунович Абдухаликов, генеральный директор Национального агентства «Узбеккино». Айдар Омаров, вице-президент по производству «Казахфильм». Алексей Юрий Марьянович, генеральный директор киностудии «Беларусьфильм». Таланбек Толубеков, директор государственного киноцентра «Кыргызкосмоса». Аплодируем. Это наш Шалтушмар. Ассаламу алейкум, хурматли дуслар. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Разрешите от имени узбекских кинематографистов вас всех сердечно поздравить с этой юбилейной датой. Мы были сейчас все свидетелями и, честно говоря, тронуты теми уникальными кадрами, которые сейчас нам продемонстрировали славную летопись кинематографии Татарстана. Это огромный труд ни одного поколения кинематографистов, который заслуживает глубочайшего уважения. Я хочу сказать, что те традиции, которые были заложены раньше, мы сейчас в Новом Узбекистане возродили мосты и сотрудничество со странами СНГ, с Россией, с Татаркино. И хочу сказать, что мы уже чаще стали друг другу в гости ездить. И не только ездить в гости, но и совместно производить фильмы. Фильм «Сумбуль», который мы произвели совместно в 2021-2022 году, это яркий пример нашего сотрудничества. И хочу сказать, что мы в рамках этих юбилейных торжеств сегодня открываем Дни узбекского кино. Хочу сказать, что для нас важно, что мы, продолжая эти традиции совместного кинопроизводства, сегодня намереваемся подписать меморандум о создании совместного фильма о выдающемся просветителе Татарстана Шахмуддине Марджани. Это человек, который был самым первым предвестником джадидизма в России. И этот человек очень определенное время учился и в Узбекистане, в узбекских медресе, и положил тем самым основу дружбы между татарским и узбекским народом. И мы хотим создать о нем фильм. Конечно же, те кадры, которые мы сегодня увидели, они нас вдохновили на новый этап сотрудничества. И я хочу сегодня еще раз вас всех, коллеги, поздравить с этой датой. И вас, Амилиуша Опа, почему-то я его Опа называю, потому что мы так часто друг друга видимся, ездим в гости друг к другу и развиваем наше сотрудничество. И разрешите вам сегодня преподнести наши скромные подарки в честь этого юбилейного события. Спасибо вам, поздравляю вас.
шашками и пирогами. Вот так это будет более красивее. У узбеков скромно не бывает никогда. Еще не все, да? Вот в группе КК Абдулаев можно назвать этого человека послом кино Узбекистана в Казань и в Татарстан, потому что он очень часто ездит сюда, и благодаря ему очень большое сотрудничество происходит. Вот он тоже приехал от имени Бухаркино, тоже Лубеки Узбекистан. Я, честно говоря, впервые в Казани, и глядя на экраны, и глядя на историю развития татарского кино, то это, конечно, очень впечатляет. Даже если смотреть на киностудию «Казахфильм», нам как бы еще далеко, 90 лет мы только в этом году отметили. И я просто посмотрел на такие редкие кадры, и действительно у вас очень богатое наследие, можно сказать, золотой кинофонд Татарстана, чему я не как бы рад. Потому что Казахстан и Татарстан, мы активно сотрудничаем. Вот года три назад запустили фильм «Тарлан» при поддержке Государственного центра национального кино Казахстана. И я думаю, что сейчас мы больше и активнее будем сотрудничать как с соседями ближнего и дальнего зарубежья. И хотелось бы, конечно, чтобы как можно больше создавались продукционные продукты, которые пользовались бы успехом и спросом, как здесь, в Татарстане, так и у нас здесь, в Казахстане. С юбилеем вас! Добрый день, уважаемые кинематографисты. Позвольте от лица кыргызских кинематографистов вас поздравить. В первую очередь, я считаю, что это праздник, как вот до этого все наши гости отметили. Это праздник людей, это праздник тех творцов, которые это все снимают. Трудятся по благо этого великого искусства кинематографа. Позвольте вам вручить такие два поздравительных письма. На самом деле у нас последние пару лет очень активно сотрудничество идет с Татаркино. Я считаю, что наши зрители уже начали очень ценить татарское, татарстанское кино. В этом году мы планируем в рамках Дней российского кино, поэтому будем обсуждать. Мы попросили включить в программу «Дни российского кино» обязательно татарстанское кино получается. И еще осенью мы планируем взять на себя организацию. Это тоже отдельного большого мероприятия «Дни татарстанского кино» в Кыргызстане и «Дни кыргызского кино» в Татарстане. Вам большое спасибо. И я надеюсь, что как до этого наши уважаемые соседи, наши друзья, коллеги уже сделали хорошую традицию снимать кино в Татарстане и совместно с Татарстаном. И Татаркино дает такой хороший импульс на всю Россию для того, чтобы вот эта интеграция началась. Я надеюсь, что в этом году тоже запустим один проект. Вот у нас есть такие намерения. И вот это две поздравительные папки. Первая папка – это нашего Союза кинематографистов, который желает всем кинематографистам Татарстана и Российской Федерации поздравлять с этой замечательной датой. И вот самое главное – это такая программа, поздравительное письмо от нашего министра культуры Кыргызской Республики, министра культуры, информации, спорта и молодежной политики. Он буквально недавно здесь был с президентом нашей страны, он влюбился в этот замечательный город. И я надеюсь, что осенью еще мы с большой делегацией приедем сюда и будем также ждать делегацию Республики Татарстан у нас в Кыргызстане. Поздравляю еще раз с этим замечательным праздником. Уважаемые друзья, коллеги, я от Республики Беларусь сегодня поздравляю киностудию с юбилеем. Нас связывает уже многое, и самое, наверное, главное то, что Юрий Тарич снял первый фильм для Татарстан фильма и для Беларусь фильма. Тоже это
один и тот же режиссер. Когда-то белорусская студия находилась в Петербурге, это было начало в 24-м году. Но, тем не менее, вот мы развивались вот так. Я очень рад, то, что вы сегодня пригласили мне представить нашу страну на таком важном мероприятии. И, уважаемый Ильяуша, хочу вручить вам приветственный адрес от трудового коллектива нашей киностудии. Мы всегда будем продолжать сотрудничество, всегда рассчитываем на вас, ну, а вы можете рассчитывать на вас. Спасибо еще раз всех с праздником. Хорошего настроения. Thank you.
Дорогие друзья, наш концерт, посвященный столетию татар-кино, подходит к своему финалу. И мы очень надеемся, что сегодняшний прекрасный день вам запомнится надолго. Творческая профессия – это всегда риск. Это всегда поход по натянутому канату. Но каждый из нас – режиссер своей собственной судьбы. Поэтому давайте учиться у великого кино и тех, кто его создает. Ничего не бояться и верить в себя. Эй, бірінші, ес ел ортта қалды. Бүкіп тәту көр, оз тәту көр. И махимы, олда бізіне бары елді мезгілер, мотор жигулер, юғары дәрежедегі фильмдар күтсін. Борынса да, бик зор рахмет. Благодарим вас за ваше внимание и теплоту. Сегодня с вами были Казанский камерный оркестр «Ля Примавера», заслуженный артист Республики Татарстан, звезда театра и кино Динар Хуснутдинов. И народная артистка Республики Татарстан, актриса театра и кино, очаровательная Зульфия Валиева. Да и на мой взгляд, получил Пошкаларас.